пока Бог дал жить. Да. Надо жить. Эх, ебать нахуй. Становись, ставь. Гельских Юрий Николаевич, 64-го года рождения, по статье 104 УК РСФСР. В Вашингтоне последние две недели августа и первые недели сентября просто мертвый сезон, да, так называемый Labor Day, праздник труда, который празднует. Вместе с нами. FM 102.5. Европа плюс Чебоксары. Категория 12+. На Европе плюс прогноз погоды. Как сообщает синоптики из центра ФОВОС, сегодня ночью в Чебоксарах... Твою мать! Нихуя ж себе! Сейчас ожидаем в июне, а так все иксы, до семерки, все есть. А если мы говорим все-таки о спортивном вождении, ну...
любой ценой. Прекратит ли войну на Донбассе новая конституция? Журнал «Вести репортер». Раз ты ебаный, сука, нахуй! Добрый день, на 8 минуты продолжается тренировка сегодняшней сборной России перед завтрашним четвертьфинальным поединком со сборной. Ебать! Ты что творишь-то, блядь? Ой, кошмар! Ой, пипец! А я видала, что он боком ехал. Ой, кошмар! Бывает же, а вот... Блин! Мамочки, меня первый раз так вот глаза. Я видала, что он боком едет, его занесло. Пипец! Чё водитель-то? Тут-то чё? Тоже авария. Подушка, правда. Встанем, что ли? И там, наверное, тоже помер.